Добро пожаловать в мир автоматизации. Новая установка Leopard DI-650i выводит автоматизацию бурения скважин большого диаметра на совершенно новый уровень. Автоматическое регулирование расхода воздуха, давления, а также позиционирование податчика оптимизирует производительность процесса бурения с самого начала. При бурении на полной мощности система iTorque обеспечивает оптимальный крутящий момент и уровень давления, а система регулирования расхода — оптимальный расход воздуха для работы пневмоударника. Трубы подаются автоматически. По достижении нужной глубины, интеллектуальная система завершения бурения выполнит необходимую последовательность действий, чтобы завершить бурение скважины. Благодаря полной автоматизации, оператор может сосредоточиться исключительно на работе. Эргономичность и комфортность кабины обеспечивают безопасную и здоровую рабочую среду. Уровень шума никогда не поднимается выше 78 дБ, а система высокоэффективных фильтров максимально снижает уровень пыли. Размеры кабины позволяют находиться в ней еще одному человеку для проведения инструктажа или сервисных работ. Все данные по бурению автоматически передаются с буровой установки в систему мониторинга MySandvik. Эти данные включают информацию о качестве скважин, горно-геологических условиях, а также данные о производительности и эксплуатационных затратах. Наличие всех этих данных позволяет контролировать производственный процесс и управлять парком оборудования, а также оптимизировать производительность всего рудника. Пришло время вывести ваш бизнес на новый уровень. Благодаря установке Leopard DI-650i стало возможным интеллектуальное, полностью автоматизированное и высокоэффективное бурение скважин большого диаметра. Ваш бизнес заслуживает этого.